По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, 26 октября в 10 часов 29 минут на пульт пожарной охраны Владивосток поступило сообщение о возгорании Некрасовского рынка по адресу Океанский проспект. Спустя 8 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Была угроза распространения огня. В 11,28 огнеборце и локализовали пожар. По предварительным данным, общая площадь горения составила 700 кв.м, обрушение кровли на площади 180 квадратов, эвакуировано 70 человек и спасены 10 человек. Данных о пострадавших нет. Информация уточняется. К тушению привлечены 39 человек личного состава и 11 единиц техники. Свидетельница инцидента рассказывает, что загорелась проводка в павильоне бытовой химии. На днях там уже происходило замыкание, электрик устранил неполадки, но возгорание произошло вновь. Женщина добавила, что дым пошел моментально. Мужчины пытались тушить огонь самостоятельно ведрами, огнетушителями, но все вспыхнуло моментально. У продавщицы сгорел весь товар. Накануне торговцы отдали арендную плату руководству рынка. Теперь они надеются на возврат денег. Также сообщалось, что движение от рынка в сторону ДАК перекрыто. Машина стоит, блин, все горит, и никто не выходит, блин, толкает он машину. Какие-то, блядь, дебилы, что ли, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, прям пожар очень сильный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.